Изделия разного объема и формы, все в соответствии с ГОСТом. Большинство упаковок для медицинских препаратов изготавливают именно на СТ-пласт. На предприятии работают собственный цех литья и цех выдува. Здесь получают уже практически готовую продукцию. Сами пресс-формы изготавливают и ремонтируют также на месте. Мы можем выпускать продукцию от образца. Нам заказчик дает образец продукции, мы изготавливаем пресс-форму сами. Эту пресс-форму испытываем, запускаем и доводим до конечного образца. То есть у нас непрерывный процесс. Предприятие «СТ-Пласт» работает с 1999 года. Здесь трудится порядка 70 человек. Объем производства внушительный. Изделия из пластмассы, которые выпускает предприятие, также востребованы в химической и косметической промышленностях. По итогам работы за 2020 год «СТ-Пласт» объявлена победителем конкурса «Предприниматель года» Курской области. Свою продукцию мы поставляем более 50 организаций. Самый крупный покупатель – это наша Курская фармфабрика, которая у нас берет уже 4 номинования и 5 у нас в разработке. Поддерживать объем производства на высоком уровне помогает и современное оборудование. Например, этот аппарат все технологические циклы выполняет автоматически и практически не нуждается в человеке. Закупить оборудование позволила поддержка микрофинансовой организации центра «Мой бизнес». Здесь предприятие получило государственный микрозайм. Для развития производства мы брали займы. Мы направляем на развитие производства, на закупку нового оборудования и также для изготовления новых пресс-форм. В центре «Мой бизнес» в этом году компания воспользовалась еще одной мерой господдержки. При содействии регионального центра инжиниринга на СТ-Пласт проводится экологический аудит. В планах предприятия дальнейшее увеличение объемов производства, а также расширение рынков сбыта. Виктория Шуваева, Семен Ковтонюк. События дня.